Всем шмики, мы продолжаем бродить Европа на зоне Dark Souls 2. В прошлой серии мы убили босса из адской плавильни. Или как он там называется? Душа демона из плавильни, ну да. Давайте посмотрим, что это за душа. Душа демона из плавильни, обитавшая в замке, погруженном в железо. Жизнь железного короля забрала существо и железо, наделенное душой. Но был ли этот металлический голиаф в замке в самом начале, или появился из-за заносчивости короля? Используя душу демона, можно получить множество душ, ну или понятно. Теперь у меня вопрос, куда нам вообще идти? Есть ли что-то, что спускает, спустит меня вниз? Потому что я вижу, внизу там кто-то есть. Там видно, что кто-то ходит. Скорее всего, где-то есть проход, но я его найти не смогу пока что. А сейчас мы, в принципе, с вами попробуем. Короче, понятно. Просто какая-то дырка. Так, кольцо силы. Вещи и кольцо увеличивают силу. Причудливость. Смятое железное кольцо увеличивает силу своего хозяина. Старший железный король правил в железный век. Сила короля позволяет ему без труда придать форму железу. Понятно. Короче, одно и то же. В смысле? А заметьте, что он не наступает на эту дорогу. И я ведь об этом же. Почему мне теперь нужно два удара делать?
Где-то меня, походу, начинает обманывать. Подождите. Статистика. Протазаны, копье с широким лезвием. Благодаря большой широкому и большой тяжелому лезвию эти копья можно наносить рукцовым ударом. Он дает. Давай, давай, иди сюда. Короче, пух, быстренько открываем и свалим отсюда. Какое-то там кольцо власти над чем-то. Пока, твари. Ой, я думал, я наверх поеду. Ладно, готовимся. Так, а что за колечко хотя бы? Усиливать магическую атаку. Власти над колдовством. Кольцо в виде руки, захватывающий камень. Усиливает магические атаки, но ослабляет физическую защиту. Никто не знает, откуда появились эти кольца, понятно. Ты сучара.
там босс, я не выдержу. А там, скорее всего, босс. Сколько их тут? Понял. До свидания. Эта херня лечит его. Жопу со своим лавой. Так, короче, иди в пизду. Я не знаю, куда там проход. Я хочу посмотреть. Я понял, что эта херня типа дает защитную херню или типа того. Я понимаю, что там ход к боссу. Как я понимаю, будет жопа, да, сейчас внутри? Ну ладно, поехали далее. Снова мучить свою жопу. Давай, Элли, пошли. Еще не могу сразу себе сделать здесь. Там, а знаете, он бьет.
Ага. Начинается веселье, как говорится. Ну смотрите, в принципе, я могу ему нанести. Ну, получается, в районе 50 хп. Я думаю, куда я побежал? Я забыл. Используя человечность. А только один, да, есть. Для призыва. А эта херня его хилит, алло. Вот эти, которые стоят по бокам. Весело. И я на самом деле даже не знаю, как это с ним драться. Чтобы эта херня его не лечила. Thank you.
если она умрет, я не знаю, что без нее это делать. Потому что, блин, я говорю, видите, тут нужно как-то держаться. То, что его будет хилить. Эти херни. Она опять его туда подводит. А, так... Не подпускай его туда. Не надо его туда подпускать. Короче, я еще раз попробую. Если вдруг не получится, тогда нужно будет понять, что нужно давать им. Я им дам. Потому что есть еще место с бездной. Короче, я еще побегаю. Можно попытаться в этой серии. Мне нужно как-то уничтожить эти статуи. Уничтожить эти статуи, все, сложности нету. Я не знаю, что с ними делать, что им нужно давать. То, что у меня в рюкзаке, того нету, что им нужно. Цвет и... Да. Короче, я объясню, что тут сзади за херня. Оказывается, предмет, который мне нужен был, это вот он. Литуй клин. Оказывается, он у меня был.
Литой клин нужен для того, чтобы как раз убивать вот этих чудовищ-женщин. Давайте я сразу, короче, использую. Так, душу забрал. Кусок титанита. Душа. Так, отлично. Теперь, возможно, мне будет даже полегче драться с тем чуваком. Так, вещи. Душа Надалии, пепельные невесты. Душа Надалии, пепельные невесты, отрекшаяся от плоти и истекающей по мглистой башне. Когда Надалия явилась в эти края, того короля, которого она искала, уже не было здесь. В отличие... Так... В отчаянии она отреклась от собственной души и слилась с наследием старого короля. Это лишь фрагмент души, который нельзя использовать в таком виде. Короче говоря, мне нужно еще найти остальные. По идее, их было... должно быть 10 штук. Давайте посмотрим, может на этот раз я смогу его одолеть. Как-нибудь... Она меня заступила, это... Давайте тогда я хотя бы что-то новенькое возьму. А, подожди, пока еще не призвал. Так.
Мне нужно какой-то такой для заточки предмет. Так, давайте жуков возьмем. А это пока что я верну обратно. Ладно, сейчас я быстро зачищу. Ой, еще игра свернулась. Быстро зачищу и продолжим. Так. Окей. Ай, я ж теперь жука не смогу использовать. Точно. Облажался сейчас немного. Ну ладно. Попробуем посмотреть его урон на магию. Подожди, а что у меня вообще за гольцы стоят? Кольцо силы. Так, вещи. Я вот не знаю, может кольцо на огонь поставить. Ладно, поехали. Она его застопила. Я не понимаю, радиус его так. Что он хотел? Пипец, у меня уже на самом деле очень мало осталось. Так, ладно, давай сразу. Пока жук действует, надо побежать сразу. Thank you.
тоже плохо. Пришелся, нет. Хорош! Фманать! Вот это было жестко. Так, что там мне дали? Душа невесты и... Душа дымного рыцаря. Душа дымного рыцаря. Душа дымного рыцаря, хранящаяся под валы мглистой башни. Реймей был отважным рыцарем, влюбленным в пепельную невесту, которая окутала эти земли дымом и туманом. Чудодействующие души этого рыцаря можно использовать для получения других душ или создать что-то-нибудь, обладающее огромной мощью. Неплохо. Корона старого железного короля. Затухающее пламя теплится в древней короне. Ну и чё, в принципе, мы прошли DLC, ребят, но нет. Потому что нам нужно до конца собрать вот эти души. У нас еще есть темное царство. Есть еще босс из вот этих вот корон, которые мы получили. Так, вот это, да, у нас новое. Корона старого железного короля. Корона старого железного короля, некогда правившаяся в этом краю. Король утонул в расплавнем железе, встретил того, чьи имя нельзя называть, и стал гноем земли. Но то, что было давно, и сегодня никто не помнит даже имени короля. Вот так, ребята. Поэтому в следующей серии мы будем с вами искать до конца все вот эти... Ну, не найдены вещи. Я попытаюсь сбегать там, где темная проклятая локация. Посмотреть, что будет. Поэтому, да, как-то так. Давайте отправлюсь тогда, прокачаюсь. Ну, понятное дело, сначала закуплю себе этим. Или сразу прокачаться. Или сразу прокачаться. Нихера эта херня стоит 48 тысяч. Херово, я вам скажу. Ну что, тогда, в принципе, на этом все. Как я сказал, в следующей серии мы будем отправляться до... собирать то, что мы еще не дособрали. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.